Двери налоговой службы сегодня были открыты с 8 утра до 8 вечера. Завтра в инспекции тоже рабочий день. Налогоплательщиков будут принимать с 10 утра до 15 часов дня. Сочинцы в рамках дней открытых дверей могут узнать о своих задолженностях. Также специалисты подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в городе Сочи. Хорошо, что проводятся дни открытых дверей для налогоплательщиков. Можно узнать свои задолженности по транспортному, земельному, имущественным налогам. Также очень удобно, что удлинен день. Также в налоговой инспекции помогут подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Он позволяет не только получать информацию о своих налогах, объектах налогообложения, производить оплату налога онлайн, обращаться также в налоговые органы, не выходя из дома. Эти налоги поступают в бюджет города, поэтому очень важно производить их своевременную оплату. Всего за 2014 год налоговой службой было начислено налогов на 1 миллиард рублей. Это налоги физических лиц – транспортные, имущественные и земельные. Из них около 400 миллионов – это общая сумма, от уплаты которой сочинцы уклоняются. Большая ее часть – это налог на транспорт. Крайний срок уплаты всех задолженностей – это 1 октября. После уже будут приняты меры для взыскания долгов, в частности, арест имущества и запрет на выезд за рубеж. В налоговой инспекции напоминают, именно эти деньги формируют бюджет города. И от своевременной уплаты налогов зависит, например, как скоро начнут ремонт дороги или построят детский сад. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.